Я не знаю почему, но в первом баннере Ньёвельта я решил задонатить на него. И все бы ничего, если бы мне он нравился. И все бы ничего, если бы мне он нравился. Но как по геймплею, так и по урону, он мне вообще не вкатывает. Меня в нем привлекла лишь озвучка, и я надеялся, что будет так же, как и с Хайтамом. Выбил, потому что мистер Пафос, и я со временем проникся его геймплеем. К чему я веду? Пока в баннере я буду готовиться к водяному папочке, ведь его анонсировали в следующем патче. И нет, Арлекина меня не интересует. Мне нравятся мужчины. И пока я собираю материалы, лутаю книги и насилую босса, я ни в коем случае не буду крутить Яйми. Ебать дурак, блядь! Кити! You can have me, ко! Да, крутанул я ради фиолки. Ничему меня эта игра не учит, ведь это не в первый раз происходит. Давай, ебаш. Ебаш. Мне нужна куки! Мне нужна куки! Какая нахуй, Лего? Да. Куки, блядь! Куки, куки, мне нужна! Дай куки! Делюк нахуй, делюк, блядь! Зачем ты, блин? Я забрал. Да! Да! Куки! Блять, у меня нет керары. Может, сейчас будет? У меня C1. Нихуяло, сколько у меня там для фиолки. Ну смотри, я в целом могу ее выбить. Попробуем. Ответ убил. Нет. Сука. C1, блин. О, вовремя. Керару! Меч. Сюда. Меч, ага. Извиняться я не буду. Ой-ой-ой-ой-ой, каранчик прилетел. Ну ничего, подождав чуть больше месяца, подкопив немного гемов и в последующем продав одну почку, я все-таки его дождался. Ну что, осталось ровно одна минута. А, ты уже записываешься? Давай ты. А, ну... Всем привет. Продолжай. Сегодня мы собрались здесь, чтобы узрить. Все, я уебал. А спонсор сегодняшнего выпуска. Да, да, мой канал. Подписывайся, здесь смешно. Я тут нашел лавочку, которая мне принесет удачу. Да, посиди. А что, на середине нельзя? Ну ладно, буду правый лагерь. А, ты вот это видишь? Да. Так сделай выводы. Что новое вышло? Нет. Знаешь, я всегда спрашиваю этот вопрос, делаю вид, как будто бы мне не похер на ваше мнение. Что мне выпадет? Конечно же, выпадет то, что мы хотим. Ну да. Это ЦЦИ. Блять. Ты знаешь, сколько у меня ее? А, С4? Так что завали свое... То есть никаких ЦЦИ. Папа, ты мне нужен. Смотри, смотри, не, сейчас Барбара падает, чекай. А как у меня там было видео? Вот на этот центр? На. Да-да-да, смотри, чекай. Вот она летит. Блять. Какая нахуй Барбара? Нате, лук, ёпта. Если сейчас не выпадет, то я гей. Ой. А у тебя вообще ноль отключен? Ну там 20 примерно. А, то есть это уже 40. А, то есть я вообще не смутил, что вначале сказал. Хули ты здесь забыл, бля, пингвин ебаный. Смотри, его же нет в баннере. А ему похуй. Приветствую смотрящих. Пам-парам. Опа. Нихуя. Показываю лайфхак. Видишь, вот этот нолик. Ты такой, а-а, и нажимаешь на этот нолик. И вот. Вот она летит, она летит. Ну, я же говорю, летит. Потому что гарант. О, синий. Вода. Вода. Это знак, это вода. Подожди, ее же у тебя нету? Теперь есть. Ну вот, поздравляю с новым персонажем. Хотел новый перс, держи. Это типа был знак, что вода тушит огонь, и так же, как мои мечты. Поздравляю вас. Хули ты так радостно это сказал, пида... Асу, 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 о! Я так понимаю, без этого никак, да? На. Прошло пару дней, и по счастливой случайности у меня стало на один орган меньше. И как вы поняли... Мудофил.
Да я знаю, что у меня нет денег, не напоминай. Алло, балбесина, поверни голову и сюда посмотри. Кука! Увидел, бля. Кука! Теперь я точно в полной боевой готовности. Так, в честь этого я как бы... О, пивное пузо. No алкоголь, no. This is energy drink. Резко! Почти резко, но все же. Смотри, летит, я тебе говорю. Нихуя не... Барбара, Ева, сюда. Я говорил, она выпадет. Когда-нибудь этот центр снова прокнет. О, чиназус. Сюда, Барбара, я тебе говорю. Не по гаранту. Да я понял. Папа, пришел. Кстати, смотри, две. Ладно, почти. Две, сказал, две, два. Подожди, человека. А зачем я Макс Пак кинул? Так этот, сигнал крути. Какая сигна, блядь. И после обсуждения, что мне нужнее, какая-то сигна или великолепная C1, решено бы... Нахуй я тебе позвал, блядь. Раз уж мы решили, я перед этим хочу кое-что... Ты че, сука? Смотрите, чекаю. Барбара. С кем общаешься? Шизоид? Да. Иди похрюкай. Короче, докрутив все остальные гемы, я все-таки выбил очко. Я очко тебе выбил. Дальше по традиции я там начал качать его. Кто пиздит? Я. Головка от морковки. Но увы, пока я фармил на него ресурсы, я кое-что не учел. Нет, только не это. Это все бутафория, ни один крабик и тюлень не пострадал. О, отлично. Блять, монеты в камеру летят. Прокачав его по максимуму, я сразу же пошел искать гемы и докручивать ему C1, ведь без этого игралось крайне отвратительно. А, чуть не сдох. А так как я лютый пылесос карты, у меня было только два варианта. Бездна и мешок юаней. Сюда. Бля. Это все из-за песни. И после всего этого я отправился крутить. Крутим, сука, давай! Нажимай, блядь. Шлюха. На! А чё не десятку? Не хватает на десятку? Потому что вот. Чего, блядь? Сюда! Ебать ты, блядь. Сюда! Ебать, ты там живу. Я умер. И теперь вода точно имеет вкус. Ай, как я не хочу это проходить. Да, вышла обнова. И как обычно, я планирую сегодня не трогать траву. Пожелайте удачи. Или лучше здоровья. Сейчас будет интересно.
пиздец. И пока я закрывал верхнюю локацию, у меня накопились печати. Блять, что со мной? Накопились печати. И там как раз фанцент. Ой, пошло все в пизду, сколько можно. Ну, 4 не 0, хоть что-то. Шо, блядь? Это же 20 или 25. Ладно, отходя от этого, там еще ремулю надо закрывать. О, 4%, let's go. Вообще, мне есть что сказать по поводу нее. В квесте один челик похож на рацио. Визуально составляющая квеста довольно приятная. Механика с китом по своей сути сильно помогает в изучении, хоть я и не пользовался. Ну, если говорить в общем, Ремурия мне не понравилась. И скорее всего, потому что подводное изучение мне еще на релизе не особо зашло. Ебучий случай, какие же долгие диалоги, которые ты не хочешь читать. И пока я тут пиздел, на фоне уже все пройдено. И как вы думаете, да, снова за один день. И пока все в ожидании пири региона, я больше всего жду летнюю локацию. И молю, верните летние острова. И судя по инсайдам, никаких островов мы не получим. Я извиняюсь, перебью на стадии монтажа. Пока я делался этот видос, в это время был баннер сральника. И я сильно хотел эмоции 2, но... Ну ты слишком уже тянешь меня, давай, 80-е. Давай. Давай, да! Блядь, давай! Эх ты, сука! Зато у меня Ньювилит есть. И после я решил попытать удачу на его Сигне. Я там немного кукухой поехал. Сука, меня ж трясёт, блядь. Давай. Блядь. Крутит, стоит, крутит, блядь. Крутятками, да. Давай. Да. Сюда. Блядь, неуравновешенный! Да, хлопай мне, хлопай, давай! Это мне! Это мне! Мне аж стыдно. Мы все шлюзики! Я шлюзик, отвезите меня домой! Все, все кончено, блядь.